Итак, мои хорошие, берем трикотаж 17 на 16 с разворотом, вот так вот, да, в двойном экземпляре. Складываем, и сейчас мы с вами будем его строчить. Рисуем на нем выкройку прям карандашом и начинаем шить. Длина стежка 1,5. Закрепочку ставим, не забываем. Где у нас будет набиваться синтепон, там мы сделаем разрезик. И все время закрепочкой. Здесь я тоже ставлю закрепочки, потому что мы будем вырезать, чтобы никуда ничего не уехало. Дальше рука тоже с закрепочками. Так, девчонки, в общем, мы прострочили с вами руку-ногу. Вот здесь у нас вот таким вот образом. Я тут что-то запуталась. Сейчас мы вторую руку. Так, мы прострочили руки-ноги, тело. Оно у нас все шьется из одного материальчика. Теперь мы вырезаем, оставляя 3 миллиметрика. Где-то тут у нас что-то. Ткань трикотажная. Не сильно тянущиеся, поэтому мы вязь туда не проставляем. Если будете шить из сильно тянущейся ткани, то обязательно туда ставим вязь. Угу. Ой, запуталась. С телом у нас следующие будут манипуляции.
Нам нужно будет вырезать выточку. Прям вот по выточке режем. Теперь идем на машинку и пришиваем, прошиваем вот эту выточку. Вот таким образом. И здесь тоже вот так же. Вот так вот. Пумс. А это все мы сейчас будем выворачивать. Итак, прошиваем горлышко. Прям вот так его. Шовчики соединяем вместе. Так, длину стежка. Ставьте длину стежка всегда маленькую, чтобы вам при набивании никуда ничего не вылезло. Так, вот так же вот соединяем выточку и тоже ее скрутим, делая закрепки обязательно. Готово. Все, тело у нас готово. Тело с ногами готово. Сейчас будем шить голову.